Два дня назад Лолита Милявская заинтриговала фанатов, заявив, что везет на дачу красавчика по имени Игорь. Вскоре выяснилось, что таинственный мужчина – никто иной, как дизайнер и близкий друг певицы Игорь Гуляев. Пока артистка занималась дачными работами, мужчина все выходные готовил еду. Оказалось, что он это обожает. Однако выяснилось, что кулинарный талант дизайнера повлиял на состояние фигуры Милявской. Артистка обвинила Гуляева в том, что из-за его вкусной еды она прибавила в весе. «Я не люблю тебя, Гуляев, больше. Теперь, как меня не снимай, у меня ощущение, что у меня большой беременный живот. Ты кормил меня на убой. Теперь я как свинка на заклание. Но я все равно все съем. Короче, я сообщаю о диверсии в свой адрес от имени Игоря Гуляева. Он меня раскармливает, чтобы опять новости вышли, что я жирная свинка», — заявила звезда. В доказательство Лолита показала себя в купальнике с откровенным вырезом, демонстрируя якобы округлившийся от безудержного аппетита. Впрочем, дизайнер заверил, что Милявская по-прежнему прекрасная, а ее фигуре может позавидовать любая женщина. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!